Всех приветствую на прохождение четвертой части нашего выживальщика. Так, давайте смотреть, что у нас изменилось в прошлой серии. В принципе-то ничего, я ничего не делал, здесь чисто фармил. Ну, разве что только перенес сюда курятник. Поставил еще один дополнитель, а он у нас вот устоял. Здесь у нас сейчас парогенератор. Вот, поставил сюда два курятника и нафармил себе, получается, на вот такие вот фитолампы две штуки. Плюс еще заработал денежек, побегал, пособирал дерево, продавал, плюс почву, чтобы могли сейчас с вами купить себе этих коз. Так, взять. Давай посмотрим. Угу, Роза сообщает, что явление. Возможно, перебои с электричеством. Ага, два дня у нас будет проблемы с электричеством. Хорошо, для этого у меня есть вот генератор. Давай мы снимем, спустимся. Вроде у меня даже есть здесь древесина где-то. Древесина, да, отлично, можно ее сюда закинуть. Так, давай пошли купим наших козочек. Только давай посмотрим, что мы сможем продать. Тут где-то можно вроде макулатуру было продавать кому-то, если не ошибаюсь. Кому-то из них можно было продать макулатуру. Только кому? Использованные газеты вроде бы кто-то покупал. Угу. Либо мне показалось. Ну ладно. Ладно, тогда удаляем. Но вроде бы можно было. Так, что я хотел? Я хотел купить себе... Купить. Вот. Хочу купить себе козочку. И... Как его? Книга по ходу за... Козами. А потом можно будет себе и коровку, да? Вот. Купить. Так. Ну, пока миссия еще до коровы далеко. Так что давай покупаем козу. И покупаем книгу. Так. Торговать. Поехали. Отлично. Так, это закрыть. Сколько у нас? 155, да? Давай, наверное, мы поспим до следующего дня. И как раз будет утро, и мы сможем с вами нормально все видеть. И плюс, я думаю, в этой серии мы сейчас еще пройдемся с вами по за этим, как его, по занятиям параллельным, по этим заданиям, занятиям. Ну, да. Пройдемся по заданиям. Может, что-то повыполняем, посмотрим. Я же говорю, игрушка мне реально прикалывает, обожаю вот такие вот вещи. Только единственное, что очень долго вот это вот все фармится. Так, надо понямать. Да, в принципе, за огород я забыл. Я все себе яичницу делаю. А мне с головой хватает. Как раз можно будет потом и сыр варить. И будет вообще отлично. Так, что у тебя здесь забрать? Насколько ты вообще стоишь? Мне хватит еще 70? Нет, не хватит. Не хватит. Ладно, давай тогда спускаться. Так, снять. И побежали вниз. И где-то мы сейчас... Погоди, стой. Нет, не то, не то, не то. Рано у Васенька, да? Нужно считать книжечку. Вот, кормушка и сарай для коз. Сено 3. Металл 7. Это у меня все есть. Так. Сено дай сюда. Отлично, и побежали к металлу. Вот с металлом у нас, конечно, проблемки. Вот с металлом проблемки, но вроде должно хватить. Так, так, так. Козья кормушка, 7 металла мне надо, да, ты говоришь? Хорошо, тогда дай мне... Так, купить нет. Ага, вот раз, два, вот так, наверное. Да. Сколько там? 100 секунд. Давай пока мы сделаем сарай для коз. Вот так вот. Сейчас заберем металл. Пошли. Взять все. Хорошо. Спасибо. Разбираем металл. И для кормушки, по идее, нам должно хватить металла. Да, отлично. Создать. Ну, как раз сразу разберем вот и эту штуку.
чтобы она у нас просто не валялась в инвентаре. Так, все, давай спускаемся. Книжку можно прятать. Отлично. Ага, и металл тоже. Так, а где наш металл? Наш металл вот тут где-то должен быть. Так, не, дерево пусть будет. Металл мы прячем. Все, побежали. Спускаемся. Берем в руки... Что мы берем в руки? Вот так вот сарайчик для коз сделаем, да? Давай, мы сделаем тебя вот тут. И поставим кормушечку для тебя. Так, как мы тебя повернуть можем, кормушку, либо нет? Не можем. Так, ладно, берем сюда сено. Где наше сено? Так, осмотреть. Ага. Берем тогда с собой сено, все забираем. Так, хорошо. Раз, два. Спускаемся вот сюда. И надеюсь, они тут с курями, козы не будут ссориться. И должно вам хватить, по идее, этого надолго. Хопа. Ну, давай. Во, отлично. Моя ж ты заячка-ля. А, то есть вы ссоритесь, да? Да, они ссорятся из-за этого. Погоди. Взять козу. Все, да. Все. Значит, нужно будет сделать загончик. Покажи мне по поводу загончика. Заборчика создать. Все, отлично. Можно было бы козу, конечно, сюда куда-то переместить, но пока мезь... Пока мезь, я думаю, они и здесь побудут, правильно? Ага, я тут не могу его поставить. А, могу. Все. Отлично, а теперь давай сюда козу. Все, никто ж никому не мешает. Не мешает. Сюда я могу пройти, правильно? И сюда могу пройти. Сюда. Угу. Ну, куры, да? Становятся кипишными. Блин, можешь реально перенести сюда козу. А куры тут пусть будут. Как думаете? Просто хочется, чтобы у них спокойно все было. Хорошо, да, и взять сюда. Взять. Осмотреть. Нет, открыть. Взять все, взять и взять. Отлично, хорошо. Тогда давай мы загон сюда поставим. Вот так вот. Или они тоже так будут кипишевать, сейчас мы проверим. Так, и берем козу. Так, давай. Делаем. Почему? А, вот так. Здесь ставим кормушку. Вот тут где-то, где свет у нас будет. О. Попробуем выпустить козу. Так, ага, мне бы сейчас будет вздремнуть. Сейчас давай покормим козочку и пошлите отдыхать. Ну тогда будет у нас в отдельном помещении это все происходить. Пошли вздремнем. Тогда кур нужно будет от двери отсюда перенести. Да, козе солнышко не хватает, да? Освещение. Так, дай понять. Есть, хорошо. А что у нас по поводу денежек остались еще? Так, а ну, у тебя вроде лампочки были или нет, или ты уже не продаешь мне лампы? Помните, да, у него лампы были? А даже, или у кого они были? У кого были... Ля, одежду начали продавать.
Угу, надо будет этим заняться. Так. Где наше стекло? Хорошо. Хорошо, хорошо, говорили. 130 секунд. Давай понямаем. Есть, отлично. Ложимся спадки. На следующее утро, по идее, к нам должно прийти это все. Не знаю, нужен ли этот загончик вот тут. Но пусть будет на всякие пожарные. Так, завтра приходит проверяющий. Нужно будет не забыть закрыть наш бункер. Сейчас разберем, сделаем себе лампочку маленькую. Так, пошли нямать. Угу, есть. Вот, мясо крысы даже есть жареное. Тон-торон. Хорошо, взять, разобрать. Вот. И давайте создадим две штуки. Так, отлично. Спускайся вот сюда. Потому что наша привереда сильно темно ей. Сильно темно нашей привереде. Все, не будешь бояться теперь. Теперь должно быть нормально все, да? Угу. Чтобы его отключить. Включить, а у меня все выключено, да? Хорошо, давай выключим одну фитолампу. Все, отлично. Можно, конечно, на этом все использовать. На генераторе. Так, заправить. Сколько он будет работать? Осмотреть. Так, а ты энергию даешь? Вообще или не даешь? Мало даешь, да? Хорошо, давай тогда. Тебя тоже выключим. Нужно будет с этой энергией что-то думать. Нужно будет что-то думать с энергией. Хорошо, давай выключать. Всё, пока мисс будет так. Здесь пока мисс тоже мы выключим. Я думаю, нам пока мисс это не пригодится. Так, давай соберем яички. Здесь мы тоже соберем. Все. А наша козочка пусть спит. Шикарно. А давай, наверное, мы возьмем сено еще у тебя. Чуть-чуть. И сделаем тебе еще одну настилочку, да? Подстилку. Сарай для коз. Вот. На всякий пожарный еще и сделаем. Вот тут где-то. И даже будет две козы. Я думаю, пригодится. Так, здесь темно, конечно. Что по поводу корма у вас есть еще? 14. Маловастенько будет. Ой, проверяющий. Проверяющий, проверяющий. Иду, иду, иду. Так, накрыть. Все. Бонжур. Проходите, проверяйте. Главное, что сейчас козы нас не спалили. Электричества у нас очень-очень мало. Так, давай, наверное, ускорим этот процесс. Давай, смотри, что тут есть, чего тут нету. В холодильник будешь заглядывать, не? У меня там крысятинка жареная есть. Все, отлично.
Уровень подозрительности 0. Потребление воды отличное. Все, шикарно. Мы с вами справились. Так, давайте смотреть дальше, что у нас тут с вами есть. Энергия, ага. Так. Нет, 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 не то, не то, не то, не то. Снять. Давай, заправить. Заправить. Или ты полный уже? На чем ты работаешь? На древесине, я надеюсь. Так, взять. А на чем ты работаешь у меня? Скажи, пожалуйста. Может, на воде? Это ж парогенератор, правильно я понимаю? Погоди, у меня есть водичка. Давай попробуем. Водичку. Попробуем тебя заправить. Ну? Так, выключить. Включить. Честно, я так и не понимаю, на чем он работает. То, а на воде тоже не то, да? А на чем ты работаешь у меня? Или и работаешь ли ты вообще? Хорошо, у меня здесь есть топливо где-то. Давай попробуем топливом заправить тебя. Заправить? Тоже не хочешь, да? Без понятия. Честно, пока без понятия, не разобрался, на чем он работает. Но, в принципе, я думаю, потом как-то мы с вами это все дело разберемся. Так, что нам нужно дальше? Нужно нам будет сейчас, во-первых, поспать, потом поесть. И приготовить покушать. И пойти попробовать выполнить какое-то задание. Так, давай. Бегом, бегом яичницу делать, 15 штучек. Ляжем, потом поспим. Ляжем, поспим, и как раз на следующий день и пойдем повыполняем. Так, отлично. Давай сюда пока, месь. Сделаем вот так. Сделаем вот так и сбегаем вот сюда к нему. К нашему козлику. К нашему козленку. Все, пошли спать. Реально, что-то пока месть вообще не понимаю, как это все работает. Ага, вот сейчас мы заодно и проверим, у нас вроде электричества не должно быть. Будет ли это все работать, вся система? Да, у нас нету электричества, хорошо. Отлично. Дай съесть все. Заправить. Ля, куры в панике. Угу, куры в панике, ребят. И холодильник у меня пропадает. Чем тебя заправлять? Хочу посмотреть, вот. Работает на древесине, ну. А у меня что, в кармане не древесина? Вон, древесина. Или тебе конкретно... А, ну сейчас, погоди. Можно такой вот древесине, типа на таких вот досках, которые в лесу находятся. Сейчас посмотрим. Сейчас главное найти эту доску. Поняли, да, которая здесь валяется? Постоянно.
и которой сейчас нету. Ладно, не нужна древесина. Просто если вот на такой штуке, то нужно будет их потом понасобирать себе. Жалко, по нам покупать мы не можем. Угу, тут тоже нету. Ладно, бегим. Мне просто надо быстрее, потому что в холодильнике мне сейчас вся еда испортится. Конечно, можем себе яичницу пожарить. Ага, вот древесина. Все, отлично. Есть ли еще кусочек, да, какой-то здесь или нету больше? Походу нету. Ладно, давай хотя бы здесь посмотрим. Давай, быстро домой. И быстро вот сюда. Так, заправить. Не? Я тогда не понимаю. Что не так? Стол. Поддон. Древесина. Так, у нас полка, полка, книга. Ящик. Так, ну если выключить. Так, здесь тоже выключить. Блин. Куры, да не пугайте вы меня так. Может, я чего-то не понимаю, может, его на улице надо ставить? Хорошо, взять. Ну, давай на улице попробуем. Заправить? Не. Что не так? Кто мне скажет, что не так? И вот древесина есть. И там древесина есть. Может, мало просто этого всего, и оно не вытягивает? Блин, холодильник, да? Сейчас вся еда пропадет же. Хорошо, хорошо, давай. Где тут лампы выключить? Где тут еще лампы выключить? Выключить. Может, поможет как-то это все? Хотя что-то вижу, вообще ничего не помогает. Либо у меня мало этого генератора. Хорошо. Железо есть? Сколько этот генератор? Могу ли еще один построить себе? Металл 5 из 12. Вот это вот печалька. Ладно. А у меня два. Два денежка. А у меня два денежка, ребят. Я не могу ничего сделать. Заправить, ну, заправься, пожалуйста. Ну, явно не таким дрыном, да, его заправлять. Хорошо, может, у меня и вода должна быть. Может, мало 5 литров, может, больше надо. Так, давайте разбираться, потому что, правда, я без понятия, что здесь происходит. Что от меня хотят? Уж каким-то таким образом.
Так, парогенератор, но он на пару должен быть, я понимаю. Ну, вот я воду ему даю, вот у меня вода, вода. Он не хочет, он проснулся и не хочет. Ладно, давай спать. Давай пробуем как-то пережить эту пару дней. Ага. Еще один будет отключение. Я что-то явно упускаю, наверное. А что я упускаю? Вот это я вот без понятия. Возможно, тут заправлять его как-то надо. Хотя вы сами видите, что я на улице поставил, и в доме я поставил. Так. Ага, все пропало. Все пропало. Блин, я столько всего готовил. А оно взяло и пропало. Что с тобой не так? Что ты от меня хочешь? Парогенератор. Отличный источник электричества. Работает на древесине. Ну вот у меня 17. Так, осмотреть. А, перегрузка, не хватает заряда. Хорошо. Если выключить. И тут еще выключить. Хорошо, выключить. И холодильник не тянешь, да? Или тянешь? Не, вроде работает. Хорошо, заправить. Вроде разобрались, да? Вроде хотя бы холодильник работает. Ладно, давай попробуем продать что-то. Вот это вот плана. Хотя бы 8 баксов заработать. Попробовать закупить еще металла. Сколько у меня металла с собой? 5. А ты сколько у нас стоишь? 12, да? И даже нету, что и разобрать, если честно. Мне, в принципе, все надо. Так, что мы можем еще продать? Давай посмотрим. Яйца, да? А у вас есть что-нибудь собрать? Давай посмотрим. 6 есть, собрать хорошо. Ну и яйца продадим, купим металл и поставим 2 таких. Отлично, отлично. О, торговать. Давай, давай, давай. Продать, что еще могу продать? Древесину. Ну давай еще на 10 баксов. Хорошо. Теперь купить. Отлично, нужно подождать будет. Да, я как-то не просчитал вот это вот все. Нужно будет, наверное, отдельно комнату с такими вот генераторами ставить. Но либо, когда мы улучшим с вами 3-й уровень верстак, там появится что-то другое. Забрать все, хорошо. Давай попробуем разобрать. И посмотреть. 7 из 12. Угу. Так, Серджио, мне нужно у тебя понапокупать вот это вот все. Планировал этой серии выполнять задания. Значит, мы с вами сегодня чисто выполняем вот такие вот задания. Как добыть электричество. Так.
Хорошо. Так, дай сюда. Ну давай быстрее, вальяжной подходкой такой идешь. Так, как говорится, дядя спеши, дяде очень надо. Все, отлично. Так, включить. Все еще не хватает, да? Электричество, хорошо. Сейчас попробуем рядышком его где-то еще установить. Надеюсь, там места нам хватит. Отлично. Куда бы тебе еще поставить бы? Куда бы тебе зайчик бы так поставить? Ага, давай вот сюда. Все, можно включать свет. Есть тут? Я теперь лампы не найду, да? Где у меня тут лампы находятся? Ага. Так, а где лампочка наша здесь находится? Хоть кто-то помнит? Во. А ну, включить. Отлично. Теперь где-то здесь. Где-то на этом уровне должна быть. Вот ты где. Отлично. Все, курочки мои. Все, мои зайчики, не боимся. Но бывает в жизни огорчение, что тут поделать. Все. А ты чего? Коза. Смотреть. Нормально? Да, вроде нормально. Я думал, все, кони двинуло. Было бы, конечно, не прикольно. Так, это у меня истерический смех, так что. Так что как-то так, да. Так, ну и проверим фитолампу. Все, вроде все работает. Везде их хватает, правильно? Как раз проверим, осмотреть. Так, отличный источник, работает на резине, вроде все, вроде нормально, вроде работает, не знаю, посмотрим. Если не будет справляться, то значит будем что-то думать, но пока мы как-то так. Давай по максимуму включим. А мы вроде по максимуму включили, ну кроме вот этой лампы. Здесь у меня нету ничего справа. Так, здесь же работаешь, правильно? Работаешь, а здесь все, да. Низкий уровень живучести. Понял, съесть. И пошли вздремнем. Так, и давай, наверное. Ага, вот мы сейчас тебя подоим. Отлично. О, у нас теперь есть молоко с вами. Положим его в холодильничек, и нужно будет выспаться хорошо. Только для начала давай сложим все вещи свои с водой вот сюда. Так, отлично, отлично. Забрали и пошли спать до утра. А утром уже продолжим.